Пентагон не верит в опасность ракет КНДР для США. Джеймс Мэттис сомневается в способности северокорейской ракеты достичь США. Глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил сомнение в том, что северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета Хвасон-15 представляет непосредственную опасность для США, пишет The Hill. Она, ракета, РЕД, пока не показала, что может угрожать нам прямо сейчас, сказал он. По словам Мэттиса, военные специалисты США продолжают анализ ситуации. Напомним, 28 ноября КНДР провела успешное испытание новейшей ракеты в Пхеньяне, заявили, что Хвасон-15 способна поразить цель в любой точке территории США и переносить сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку. Опубликовано видео запуска ракеты в КНДР. Американские эксперты заявляли, что дальность полета северокорейской ракеты может превышать 13 000 километров. По материалам сайта news.com.